Лучшие умы страны снова соберутся в Ярославле. В нашем городе во второй раз пройдет форум «Интеллектуальное будущее России». В правительстве области сегодня состоялось заседание оргкомитета, который возглавил полпред главы государства в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Примечательно, что на площадке Ярославля соберется совет ЦФО, куда приедут все губернаторы областей округа. Сегодня решались вопросы о составе участников, размещении и культурной программе для гостей. В ноябре к нам приедет более 500 участников, включая детей из Крыма. На этот раз большая конференция будет проходить в арене 2000. Также для ребят организуют экскурсии по историческому центру Ярославля. Имея опыт прошлого года, организаторы планируют сделать этот форум доступным для всей России. Рад, что мы уже видим, что реальная дата 4-7 ноября есть, что дети, то есть делегации, 550 ребятишек, они уже почти все известны. И, по всяком случае, мы уже понимаем ту программу, которая будет предложена детям. Ждем от них сюрпризов, хороших встреч и, думаю, всех хорошего настроения. Тем более, что подобные мероприятия, они закладывают основы экономики, культуры и вообще основы государства.